Этим летом в эфир канала Star TV вышел турецкий сериал «Сказка острова» компании «Ай-Япым». В главных ролях этого проекта снимаются талантливые актеры Альп Навруз и Айча Айшин Туран. На сегодняшний день сериал завоевал многочисленную аудиторию телезрителей. Этот проект полюбился телезрителям не только благодаря увлекательной сюжетной линии, но и прекрасной актерской игре. Не менее впечатляют потрясающие пейзажи, которые есть практически в каждой сцене. В последнее время телезрителей все больше интересует вопрос о перспективах сериала. Будет ли продолжение летнего проекта в осенне-зимний сезон? И в соцсетях все чаще всплывают сообщения по непроверенным данным, что проект собираются закрывать из-за низких рейтингов. Представители прессы телеканала 100 обратились за разъяснением в пресс-центр канала Star TV, который транслирует сериал. По официальной информации, полученной от представителей канала, в ближайшее время проект не будут закрывать, а распространяемые слухи не более чем очередной фейк. Следите за событиями из жизни телезвезд вместе с нами и подписывайтесь на наш канал.